стали самым пухлым милиционером района. Нет, им ведь не в форме панамки выдали. Ну ладно, Лёнь, не обращай внимания, давай рассказывай. Мне только что звонили из ФСБ. Откуда? Из ФСБ? А я тебе говорил, милиционерам нельзя такие анекдоты рассказывать. Да нет, просто мой начальник туда переходит и меня зовет с собой. Завтра у меня собеседование с подполковником Синниковым. Здорово! Да, да я сам не верю это. Надо одеть счастливый костюм, побриться. Ма, если я зайду завтра пораньше, сделаешь мне яичницу глазунью с улыбкой и сосиски? Конечно, сынок. Просто это так неожиданно. Я думаю, что ты скоро на пенсию выходишь по выслуге лет. Да я тоже так думал, но это же ФСБ. Это как новая страница в моей жизни. Как в кино. Лёня Воронин, часть вторая. Теперь еще толще. Смейтесь, смейтесь. Все это пойдет в ваше досье.